Всем приветики, мои секретики! Вы сейчас на моем канале Секрет Тока. И сегодня мы с вами будем создавать персонажей из фильма «Гарри Поттер». Думаю, этот фильм знает просто практически каждый человек на этой земле. Правда. Лично вот я его смотрела от начала и до конца в этом году. А точнее осенью. И мне безумно понравился этот фильм, и все части просто были суперские, реально. Но мне больше всего понравилось две последних такие части. На самом деле, я даже не помню уже, как они называются, но вроде «Дары смерти» часть первая и «Дары смерти» часть вторая. Вроде так. И первая часть мне понравилась, а другие мне уже так. Но все равно, очень, правда, реально, просто фильм, он суперский просто вообще. И вообще, у меня появились очень прям любимые персонажи за весь период, пока я пересматривала этот фильм. И самые мои любимые оказались, это, скорее всего, Гарри Поттер или Рон Уизли. Короче, тройка: Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. Но прям больше всех мне нравится Рон Уизли. Ну, реально, он такой милашка. И тут я создам всего в этом видео 8 персонажей из Гарри Поттера. И сейчас я вам даже перечислю, кого я создала. Значит, первый — это Гарри Поттер. Второй — это Гермиона Грейнджер. Третий — это был Рон Уизли. Потом был Северус Снейп, вроде как. Затем Магникол... Простите. Я вообще никак не могу выговорить ее имя. Но я думаю, вы поняли, о ком я. Но просто вообще реально не могу. Сейчас я просто набираю в интернете, чтобы узнать, как правильно реально читается. Потому что я просто вообще... Мне на самом деле реально нравился тоже этот персонаж. И я его прекрасно помню по внешности и по всему прочему. Но вот имя я вообще не могла никак запомнить. Значит... МакГонагал. Господи. Ну, я думаю, все, мы все поняли, да? Вот так прекрасно Вика знает фильм Гарри Поттера. Ну, я вас уверяю, я правда его хорошо знаю. Правда. Так, ладно, давайте вернемся к нашему списку. Значит, Гарри Поттер здесь создается в этом видео. Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, вот это вот МакГонагал. Северус Снейп, Драко Малфой, затем кто еще? Дамблдор и кто последний? А, Плакса Миртл. Из всех персонажей, которых я создала в этом видео, мне понравилась, наверное, Плакса Миртл. Она прям вот получилась более такая похожая. Затем, наверное, идет МакГонагал. Ну, тоже мне она так понравилась, но я очень долго не могла выбрать для нее прическу, потому что прям вообще не знала, что для нее подойдет. Так как у нее вообще непонятная прическа. Еще я очень долго не могла найти кого там, бороду для Дамблдора. Правда, вот у него длинная борода, да? А длинной бороды в Токе нет! Нет! И вы вот мне скажите, как дальше-то? Как дальше мне вот это все создавать? Вы объясните мне. Но все-таки, слава тебе, Господи, я смогла найти и прическу для этой МакГонагал. И смогла найти для Дамблдора тоже бороду его длинную такую. Но она получилась не длинная. Но я вам прям отвечаю, то, что я постаралась сделать все прям максимально похоже на персонажей в фильме. И я думаю, то, что мне это удалось, ну вот, да, так думаю. Тут я поняла то, что мне не хватит создать всех персонажей сразу, но все же потом я вышла из ситуации и смогла создать всех нужных персонажей сразу. И вы, наверное, спросите: Вика, неужели ты ничего не забыла добавить персонажам, да, которых ты создала? Неужели такого же не может быть? Что ж, время удивлять. Конечно же, я забыла добавить и Гарри Поттеру очки, потом я забыла Драко Малфою изменить его глаза на злые, более такие. Ну, я вам говорю, это просто привычка, ничего более. Но меня, конечно, это так раздражает в себе, так!
И я вам скажу то, что, слава богу, я об этом все равно потом вспомнила и это сделала. Надеюсь, то, что когда я увижу результат здесь, то я ничего там не забыла сделать. Да ё-моё, принтер! Так, ладно, давайте вернемся к нашей сути видео. Хотя я вообще не понимаю, что может быть за суть видео. Ладно. Я нашла, короче, добыла место для того, чтобы создать оставшихся персонажей. А точнее, Дамблдора и Плаксу Миртл. Ну что ж, ладно, давайте же теперь послушаем музончик, потому что я уже не знаю, что вам рассказывать. У нас и так очень с вами много разговорных видео, и я вам практически все о своей жизни рассказываю, поэтому теперь вам время дам насладиться музыкой, а не моими вот этими разговорами и нытьем о том, что я вечно все забываю. Так, ладно, все, не будем затягивать этот прекрасный момент. Все. Вот, врубаю вам. Ну подождите, я же забыла вам сказать, что я вообще просто тоже вот это вот Дамблдор не знала, какую одежду ему подобрать, потому что все в одинаковой одежде, меня это бесило, и я ему решила, в общем, эту одежду оставить. Так, все, начинаем. А вот и наш итог. В принципе, вы немного музыки послушали, но ладно. Вот вы можете посмотреть, каких персонажей я создала. Дамблдор у нас почему-то не сохранился, к сожалению. Но я думаю, вы могли увидеть все равно результат, когда я делала все. Значит, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также можете писать свои идеи для видео в комментариях. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике! Йоу!